В начале 17 века по распоряжению новгородского приказа проводился сыск беглых крестьян. Двум выборным людям, Суровцеву и Вахтину, было велено беглецов разыскать и расселить в российской глубинке, чтобы за государем жили и никуда не избегали. Район реки Кунгурки считался местом далеким, тихим, одним словом, подходящим для расселения. Крестьяне полюбили живописные окрестности Кунгурского края, поняли, что бежать им отсюда незачем, и основали Степаново городище. С малых лет усердно молились в старой деревянной церквушке, освященной в честь Иоанна Предтечи. О новом храме не мечтали. Поселение, между тем, разрасталось. Сюда переезжали на постоянное место жительства целыми семьями из соседних и дальних деревень. И уже в первой четверти 17 века Степаново городище насчитывало до 500 хозяйств. Когда церковь перестала вмещать всех желающих, прихожане заговорили о строительстве кирпичного храма, как в больших городах. Строительство каменной церкви началось в 1833 году. Все работы выполняли вручную. Подъемных кранов не было, кирпич на высоту поднимали на заплечных носилках. Котлован был выкопан огромный, глубиной до 18 метров. Иоанна Предтеченский храм уникален. Здесь слились воедино два архитектурных стиля. Четверик церкви построен в стиле барокко, а возведенная позже колокольня в традициях классицизма. На смену излишествам рококо пришли простые линии. Появились полуцилиндрические апсиды, грандиозные колонны украсили треугольники фронтонов. Колокольня храма Иоанна Предтечи – самая высокая в Кунгурском районе. Она – копия колокольни Пермского кафедрального собора. Обе спроектированы уральским зодчим Иваном Свиязевым. Как только построили колокольню, привезли колокол в 480 пудов. Поднимали трудно, даже веревка не выдержала, оборвалась. Тогда житель Змеевки Дмитрий Тимофеевич предложил: «Давайте благословясь своими силами». Так и подняли колокол своими силами да смекалкой. Строительство Иоанна Предтеченской церкви затянулось. Только в 1906 году ее окончательно оштукатурили, покрасили, расписали своды. Через пару лет епископ пермский Никанор Агафонов вместе с настоятелем церкви Евгением Будриным торжественно освятили этот величественный храм. Колоколать, звонят, догнали, в ушах не ладно. Очень здорово звонили. В начале 20 века Иоанно-Предтеченский храм насчитывал более 2000 прихожан. В морозные зимы священники служили только на первом этаже, где стояла огромная чугунная печь с трубой-змеевкой. По весне приглашали на службу в верхний предел. Обычно мужчины стояли по правую руку от священника, а женщины по левую. Также отдельно мужчины и женщины поднимались и спускались со второго этажа по широкой лестнице. Храм в ту пору был обнесен забором. На каждом столбике изгороди позолоченные крестики. Между столбиками натянута была решетка. По бокам стояли два домика. В одном пекли просвиры, в другом жили сторожа. Бородатые и усатые мужчины по моде тех дней приносили в корзинах гостинцы для священнослужителей. Женщины приходили в храм в расшитых сарафанах, в платках на голове и плечах. Они подавали нищим стряпню. 30 лет принимал Иоанна Предтеченский храм жители Степаново городища, на тот момент уже Ленска, названного так после революции в честь Владимира Ленина. С наступлением страшных годов репрессий начался беспредел. Сначала священники исчезали из храма таинственным образом, а потом в открытую церковников увозили в неизвестном направлении люди в штатском. Одних ждала участь тюрем и лагерей, других расстрел. Каменную оградку разломал Алексей Кочергин. В помощь ему были даны рабочие из колхозной бригады. Кирпич пошел на строительство ферм, частично был растащен в личные подворья. Колокола и кресты снимали Григорий Кочергин и Константин Крохолев.
Один колокол бросили так, что он вошел в землю на большую глубину, в то место, где были могилы священнослужителей. Народ выходил из домов и молился, стоя на коленях. 7 июня 1939 года с луковичной главки храма был снят последний восьмиконечный крест. Замолчали колокола Иоанна Предтеченского храма. Вот когда закрыли, тогда сначала здесь, значит, была там мастерские наверху. Вначале голубинка была, зерно сушили. А потом мастерские уже здесь были. Трактора ремонтировали, все там замаслено наверху было. Так советская власть пыталась найти применение огромным площадям Иоанна Предтеченской церкви. Временные пристанища здесь также обретали сельский совет, поликлиника, стационар, детский сад, почта. Наконец, руководство Ленского колхоза разместило в храме маслозаводской цех. Производство молока и масла окончательно уничтожило это сооружение. Когда здесь был молокозавод, вот здесь наняли людей, которые вот все эти росписи, все это уничтожали, все соскребали со стен. Вот, но все равно еще часть росписи осталась. Видно, даже вот здесь в центральном куполе вот изображен Спаситель, который вот благословляет все местные жители. Говорили, что вот расстреляли. Прямо в голову даже вот осталось от пули след. Пострадали не только фрески, но и само здание. В святых стенах установили бетонные тумбы с огромными баками для сепарирования молока. Грязную производственную воду спускали в подвал. Под фундамент вылили тонны жидкости. С тех пор каждый год по весне церковь Иоанна Предтечи плачет. Испаряясь, вода поднимается кверху, пропитывает церковные своды первого этажа так, что стекает по ним ручьями. На сходе села в 1991 году решался вопрос о возрождении храма. Выбрали церковную десятку. Ивана Кузнецова назначили старостой. 25 июня 1991 года Кунгурский райсовет народных депутатов распорядился передать Ленский храм религиозной общине. Епископ дал благословение на восстановление. Церковь Иоанна Предтечи вновь была включена в состав Пермской епархии. И мы, значит, все собрались, женщины, давай чистить вверху. 70 сантиметров было помет от пищева. Так толсто было. Мы, значит, это делали, здесь дыры были, и оттуда спускали сюда весь мусор и вывозили тракторами. Крыши совсем не было, ничего не было. Ездила в Свердловск за железом, железо доставала. Церковная десятка своими силами перекрывала крышу, реставрировала участки стен, собирала по окрестным деревням иконы и настоятельно просила благочинного направить в церковь батюшку. Так без батюшки мы долго были. Так вот служили. Ну, потом сейчас дали батюшку, у нас хороший час, шел служить. Настоятель храма Иоанна Предтечи Игорь Машлякович родом из Белоруссии. По окончании Пермской духовной семинарии был рукоположен в сан священника. Молодой настоятель живет с матушкой и сыном в доме при церкви. Обычно с утра отец Игорь вместе с прихожанами убирает храм, вывозит мусор, в течение дня договаривается с кем только можно насчет материалов для реконструкции церкви, находит спонсоров. В вечерней службе только-только успевает сменить рабочую одежду на подрясник.
видите, в стенах есть дыры в нас. Вот это тоже вот дымоходы проходят в стенах. Но люди искали золото, думали, здесь сокровища в церкви. Вот, даже вот посмотрите, вот все разбито. Вот, вот провести здесь нужно везде отопление. А потом, вот, когда стены просохнут, ну, да, нужно оштукатурить храм. Вот эта лестница ведет на второй этаж. Раньше все здесь было расписано, весь второй этаж. Еще часть росписи осталась. Есть реальная возможность еще вот по этим росписям, которые остались, вот все восстановить. Ну вот там у нас вот двери, там находится колокольня. Звонница Иоанна Предтеченского храма сегодня – это всего два небольших колокола. Один нашли в церковном подвале, другой – среди старой пионерской атрибутики в чулане сельского дома культуры. Третий, недействующий, подарил местный житель Иван Кожин. Звонарь Юрий Кочергин может передать настроение и двумя колоколами. Сейчас на колокольне живут птицы. Здесь они выводят птенцов, здесь же погибают. Вскоре устоявшуюся жизнь пернатых нарушит группа рабочих. Игорь Машлякович стал победителем конкурса социальных и культурных проектов «Общество с ограниченной ответственностью Лукойл Пермь». На средства гранта, а это 200 тысяч рублей, рабочие перекроют купол колокольни и подымут шпиль на 8,5 метров. Вот, слава Богу, вот я здесь уже 3 года, как бы, больше всех служу. Ну, надеюсь, еще очень долго здесь буду служить. И, конечно, очень хочется сделать все, чтобы этот храм восстановить в былой красоте. Со временем заблестит новый шпиль, засияют церковные маковки. Униженная и оскорбленная церковь станет вновь знаменитым на весь Кунгурский край храмом Иоанна Предтечи.